И снова здравствуй. Погнали. Смотрим дальше. Обосраться. Ладно, ладно. Так. Кошмар? Ага. Сколько я спала? Я даже не помню, как меня сморило. Минут 15-20. Ух. Сдается мне, сон был не из легких. Наверное. Я привыкла уже. Стой. А что там с Августиной? Она ушла. А ушла? Мол, у нее дела чрезвычайной важности в ее частном реликварии. Раз все проснулись, давайте забудем про Августину и обсудим 300-метровый камень преткновения. 300 метров средняя длина пленки одного фильма. А-а-а. Мы ведь еще не посекретничали, да? Это не мой фильм. Я работала над ним, но я не режиссер. Его даже нет в моей фильмографии. Я про то, что каждый умолчал о своем куске пленки. А, точно. Неважно, кто режиссер, это самый печально известный проект, связанный с твоим именем. Коллекционеры годами безуспешно искали следы проклятой пленки. И вот мы здесь, каждый со своим куском вожделенного пирога. Это событие. То есть... Наши куски пленки — это части твоего фильма, Линда? Если не поддельные, да. Мой нет. А вся эта история с проклятием, о которой говорят? Приступы гнева, допросы в ЦРУ — ничего общего с реальностью. Вещь редкая, свидетелей мало. По слухам. Августине сохранившиеся оригиналы дорого обойдутся. Как думаете, зачем ей все это? Ну, проклятия же не существуют, верно? Я не люблю жить в прошлом. Мы тут, и есть покупатель, заинтересованный в пленках. Это все, что меня заботит. История предмета тоже влияет на сделку. И мотивы. Не знаю, как вы, но мне бы очень хотелось узнать, почему Августина так жаждет заполучить этот фильм. Ой. Саш. Вот первое правило бизнеса – узнать, с кем имеешь дело. Так что вы как хотите, дамы, но я планирую изучить каждый уголок этого диковинного дома. А нам можно здесь ошиваться? Режиссер, желаете остаться или исследовать? Чего встал? О, вот это смелое заявление, если вы понимаете, о чем я. Я знал, что у нее много денег, но не столько. Кажется, ты не очень хорошо изучил свою цель. В бизнесе нет целей. Жульничество — это рэкет, а не бизнес. Не стоит умалять мои навыки, ищейки. Люди много болтают, что бывает выгодно всем. Ладно. Расскажи мне все, что знаешь про Августину. Августина Либер. Коллекционер мистических артефактов и вещиц. Горит своим делом, играет в долгую и не раскрывает свои карты. Она хитра. И? С самого приезда сюда я вел наблюдение. Изучал факты, поведение, интерьер. Собирал досье. Ну и? Либер не просто коллекционер.
любит жуть. Жуткую жуть. Ее не остановить. Впечатляет. Ладно, теперь ты. А что я? Я рассказал, что знаю. Твой ход. Ты упомянул почти все. Эй, хочу быть в курсе. Ну что, нашли что-нибудь? Немного. Но все впереди. Может, а может нет. Продолжим поиски. Дерево, блядь, какое-то. Какой классный костюм, кстати. Спасибо. Ах, да. Надо проверить другие этажи. Стойте. Подождите чуток. Что? Прежде чем мы продолжим, я хочу знать, откуда у вас взялись куски пленки. Ну, это не тайна так-то. Мама умерла несколько месяцев назад, и я нашла это в ее вещах. Мэдди, а как звали твою маму? Которую? Не Бонни Ривера? Верно. А ты откуда знаешь? Ты на нее похожа. Ты знала маму? Давняя история. Из другой жизни. Ее младший брат Хайме был моим лучшим другом. Дядя Хайме? Я с ним не знакома. Черная, не знала, она... что Бонни скончалась. Лесбуха, понятно. Да, это было внезапно. О, Мэдди, это прискорбно. Подожди, а ты не родная? И ты, получается, всего тяжело. Лишь приемная? А что насчет тебя, Стэн? Откуда у тебя кусок пленки? Так, ну, это очень хороший вопрос. И дорогой, знаешь ли. Сколько ты получишь? Знаешь, я скажу тебе позже. Да пошли вы нахуй, заебали, пизду. Ты охуел, блядь, а? Чёрт ёбаный. Классная статуя. Но кое-чего не хватает. Кажется, здесь нужен ключ. Ого. В семье Августины все очень похожи. О! Красота! Вот это мастерство! Роскошно! Сенсационный бред. Сэм Грин победил Фрэнка Стоуна. Я могу написать книгу получше. Да? Августинина... Что бы ты сделала на моем коллекция месте? Своеобразна. Хотя, вряд ли. Я точно такого раньше не видела. Ты бы на стену залезла, но нашла выход. Чё? Кто, Стэн? Ни за что в жизни. Никогда. Блять, сами по тебе себе разговаривай. Тебе бы понравилось это место. И ты бы выставила меня отсюда и наслаждалась им в одиночестве. С кем ты сейчас разговариваешь? С кем ты говоришь? Я не... Я слышала. Да все, блядь, слышали. Я разговаривала с мамой. С Бонни. Мне теперь так одиноко. Без нее, понимаешь? Я все время как будто в кошмарном сне. Повторяю твое
Не могу проснуться. Сука, я заебался зевать. Потерю близких время совсем не лечит. Но становится не так тяжело. Ну да. Хотелось бы верить, а то... Временами думаю, что у меня едет крыша. Будто мама совсем рядом. Направляет меня, пытается что-то сказать. Поэтому я здесь. Казалось, именно она привела меня. Я поняла, что это давняя история, но... Можешь рассказать что-нибудь? Какой она была тогда? Ах, что ж... Ну... Я всегда испытывала робость при ней. Даже подружившись. Она делала все, что вздумается, и никого не слушала. Узнаю свою маму. Расскажи еще. Так. Давай вот так. А, нога. Нога. Затекла. Нога. Да. А. Да. Есть кое-что, о чем я давно думаю. А, ебать, прям в коленке. Еще ни с кем не делилась. Давно это случилось. Мы были детьми, снимали фильм. Хайме, Крис и я. Воспоминания о случившемся размыты, но... Кое-что засело в моей голове. Очень ясно. Тот вечер мы возвращались домой после покупки новой камеры. Проезжая дом Ривера, увидели дверь гаража нараспашку. Свет горит. Вдруг оттуда раздался неописуемый звук, такой странный и громкий, что накрыл все вокруг. А в самом его центре стоит Бонни. Не думаю, что встречала раньше кого-то настолько в ладах с самим собой. Важен был лишь тот самый момент. Здесь и сейчас. Такой она была. Ой. Спасибо. Эй, народ! Вон! Что? Я ничего не вижу. А! Там! Вон там! О, Господи, там кто-то есть! Отлично. Дела принимают крутой оборот. Так и голова закружится. Хм. Думаете, нам стоит волноваться? Вдруг это опасно? Может, стоит найти Августину и сообщить ей? Ей захочешь, не расскажешь. Где ее носит? Насколько я помню, она собиралась в свой частный реликварий. Это же место с артефактами. Тут всюду артефакты. Да, и... Если бы ты хотел устроить укромное местечко для особых, суперценных вещей, почему бы их не спрятать за такой дверью? Действительно. Может, постучим? Думаю, сквозь эту дверь даже звук не пройдет. А значит, это самое безопасное место. Там Августина или нет? Окей. Кто это? Что-то не понял, кто это. И опять она зависла. Вот такая вот игра. Бесячая. Пятый эпизод, так что ставим паузу. Чего они копаются? Я думал, у нас будет планёрка перед съёмкой. Фургон уже загружен.
Я читала статью, что девушки не любят, когда парни бухтят по поводу их пунктуальности. Сверхконтроль. Что? А без статей непонятно? Просто поделилась, вдруг пригодится. Я не контролирую, Крис. Просто дел много. Ага. Эй, ребят, давайте тише. Во не может услышать. Так, ладно. Мы готовы начинать нашу планерку? Ночка будет. Ух, мама, не горюй. Будем работать как заведенные. Меня довольно легко завести. На это и расчет. Боже. Так, ребята, у меня в голове сейчас куча мыслей, и мне очень надо собраться. Вы знали, что в библиотеке есть все газетные статьи, которые когда-либо выходили? Прикиньте, вообще все! Нет, рассказывай. Короче, я там целый день сидела и копалась, искала все, что есть. О Фрэнке Стоуне, о заводе, об убийствах, обо всем. В общем, это гребаная золотая жила. Отличная работа. И да, я бы не справилась без своего помощника. Рад служить. О, точно! Раз теперь ты официально член нашей съемочной группы, тебе нужен наш свитер! Вау! Это... Спасибо! Я очень рад! Да, а вот нашивки надо заслужить. Обещаю быть лучшим в мире подмастерьем режиссера. Ассистентом. Да, именно. Наслаждайся. Ух. Стой, а где шериф Грин? А, ну, папе никогда не нравилась эта история. Он же его поймал. Да, но все лавры забрал шериф Кусич. Люди знали, что к чему, но... Дай гляну. Ретроспектива за 10 лет. Тут даны все кровавые подробности, которые пресса тогда скрывала. И про отца больше написано. Это супер важная информация. Мы снимаем фильм на том самом месте, где все произошло. Это круто. Жертвы Стоуна? Это не кино. Это реальные люди. Да? И? Не знаю. Одно дело обсуждать... А другое — смотреть на их фото. Конечно, мы не будем спекулировать на жертвах. Я просто пытаюсь извлечь максимум из основной локации. Так снимают хорошие фильмы. Ты кое-что упускаешь. Дело не в заводе. А в чем же? Тебе не кажется, что ты слишком уж тащишься от произошедшего. Хайме, если тебе это так не нравится, можешь остаться дома. Крис. Он первый в списке актеров. В каком смысле? Он в главной роли, без него никак. Да, знаю. Я пошутила, ясно же? Ясно. Мы с Робертом пойдем поищем другие локации на заводе, связанные со Стоуном. И тогда я сниму этот фильм. Любой ценой. Что-то ваш фильм полное дерьмо. Потому что меня вклонит в сон. Вот, начни тут. Так, мы ищем отсылки к Фрэнку Стоуну. Мы ищем упоминания конкретных локаций на заводе, которые могут быть связаны с Фрэнком Стоуном. Завод Блеск. Вообще-то большой. Вот я и думаю, что чего-то мы пока не нашли. Вполне возможно. Но найдем. Вот, зацени.
Завод Тревод. Честно говоря, мне не очень нравится. Блядь, я реально это... сейчас усну. Господи, понимаю тебя. Какой долгий вообще сюжет. В смысле, ничего не происходит, мы просто ходим, блядь, пиздим их. Это ее одержимость Фрэнком Стоуном и убийство. Мне захотелось поспать, если честно. Напрягает. Может, потому что она не из Сидер Хиллс, но... жертвами могли стать наши близкие. Или мы. Но не стали? И для тебя это не важно? Я не говорю, что это не важно. Просто это было давно. А Крис заряжена, потому что нашла крутые локации для съемок. И эту. Глянь. Это что? Я придумала новую сцену. Записала? Ага. А Крис? Я сразу рассказала Крис. А, ей нравится? Да, успеем снимем. Круть. Топочная, просто идеальная локация. Но без Крис я бы о ней не узнала. Чума. Хватило бы времени. Спасибо тебе. О, да! А? Что? Фото Фрэнка Стоуна? Туда-то. Да, да, точно. Что? Снято до убийств, когда не знали, что это Фрэнк. Это о заводских делах. Джинса для привлечения новых рабочих. Оп, а это тут что? Тут подпись. Фрэнк Стоун – машинный цех. Именно! Машинный цех. Снимать будем там. Вот оно! Шикарно. Ну, пора идти. Ладно, народ, общий сбор. Пора отправляться и снимать до Одри. Я прям засыпаю. Пошли, так. Пошли, время, деньги, идем снимать. Ну, это сейчас с нами попрется, да? Так чем же вы, дурачки, занимаетесь? Опа! Интересно. Интересно. А, блядь, это ты озвучиваешь та же пизда, что и ту дуру, блядь. Вас одни дебилы озвучивают. Ладно. Так, все, здорово же. Дамы и господа, еле это дерьмо запустил. Встречайте завод. Ага. Завод. Вот и он. Видите вон тот ручей? Идем по нему, и он приведет нас к тайному ходу. Я не вижу. Чего ты там не видишь, блядь? Ты заебал. Можем пойти назад? Нет. Не можем. Готовы? Я могу сделать вот так вот. Осторожно, смотри под ноги. Вот так вот. Я звук сбавил, здесь сейчас меня будет сюда! Хорошо слышно, а то вообще не было слышно. Я забыл про это дерьмо, что его надо здесь сбавлять. Но мне так неудобно. Сука, ебучий свет. Ну ладно. Не хочу про светильник включать, пизду. А так, типа, темная мрачная история. Так, я играю опять за эту дуру. А чё здесь нету этих карточек, я заметил. Которые бы подсказывали. Будущее. Смерть, неправильное решение принято. До сих пор не верится, что мы будем там, где Фрэнк Стоун реально убивал... Убивал... Ладно. Отсюда есть два пути в ливневку. Легкие убивал... и потяжелее? Не оба средней сложности. Тогда расскажи про путь А. Ну, на пути А нужно перелезть через ворота, а потом напрямик одним махом.
Но есть риск попасть на маршрут патрулирования. А путь Б? На пути Б надо перебраться на другую сторону, где папа нас точно не увидит. Но он чуть длиннее, чем путь А. Они и правда похожи. Прям один в один. Ну так, куда? Ну, давайте чуть подлиннее пройдем, но безопаснее. Лучше держаться от полицейских подальше, без обид. Эй, я тоже не хочу нажить себе проблем. Ну, перейдем? Ага. А чё, я даже ничего не нажимал? Твой папа реально патрулирует завод каждую ночь? Сколько я себя помню. Раньше мне казалось это странным, но у него свои заморочки. Странным. В детстве ничто не рушило милую беседу так быстро, как упоминание того, что он герой Сидар Хиллз. Помню, он даже не хотел, чтобы у него брали интервью. Герой Сидора, блядь. Этих событий. Это заголовок не игра, это Сидор какой-то. А как там было? Человек, что заставил Стоуна стонать. Черт! А что, неплохое название для второй части? Кострище. Старое. Бонни часто зависала тут с друзьями. Блять, реально в этой глуши, вот зачем-то этот сундук с этими предметами. Блять, коника не взял, да видно срать мне вообще. Бонни слишком крута для дружбы. Верно. Друзья не дотягивали до нее. Поэтому она свалила в Нью-Йорк. Что, реально? Нет. Но она не всегда была... Блядь, темно, как в жопе негра. Какой? Раньше она была почти пай-девочка. Пай-девочка, тусившая у костра на заброшке? А что такого? Как-то не вяжется такое. Она лесбухой стала, я открою тебе будущее. Бонни была председателем программы «Чистый Сидар Хиллз» в школе. Чистый Сидар. Ну, мы собирали мусор, убирали обочины. Здесь все живущие сидры полные. Сидар Хаус. Сидар Сити. Да что ты там? А что потом? Секс, наркотики и рок-н-ролл. Вот вам и хэппи-энд. Так, вот. Чё, нормально. А второй части? Мы просто обменивались идеями. А чё, можно я в лес уйду, блядь? Круть. А может, пока сосредоточимся на одном фильме? Конечно, да. Это, блядь, корова ебаная. Иди давай. Баланс, блядь. Сука тупая. Угу. Крис Гордон. Новая жертва знаменитого Фрэнка Стоуна. И высоты. Блять, по такой доске, что пройти, там даже равновесие в нахуй держать не надо. Палец. Ну, нормально. Куда ж там палец? И к чему... Ладно, здесь была пропасть, это равновесие, там, блядь, высота, что я могла просто пробежаться, блядь. Кто мне там что написал? И. Вот так. Да, вот так. Местечко шикарное. Что же мы найдем внутри? Да что там, блядь, происходит? А ты точно уверен, что это опасно? И что мы не упадем в какую-нибудь вентиляционную шахту с острыми лопастями? Не могу ничего обещать, но...
Зато увидите, как они рвут вас на кусочки. Ха. Понял. Ты для всех взял? Ага. А что там у тебя? Ну, фонарики, мой блокнот, ручки, злаковые батончики, припончо, аптечка, штопор, крем от загара, походная посуда и еще чуть по мелочи. Ты же в курсе, что мы не в поход по горам собрались? Я готов ко всему. А прям на меня светит, да? О! А, мои любимые лаги. Как давно вас не было. Да господи, отвисни ты, блядь. Тлань ебаный. Щепки есть какие-то валяются. Мы прямо под заводом. Осталось попасть наверх. Ну ты тоже с граффити рисовал, значит. Вы с отцом, блядь, ни разу не говорили о той ночи? Какой? Когда он был здесь. Со Стоуном. Было разок. Я мало еще был. А здесь что у нас? Это тут оставить? Игрушка. Не знаю насчет новой сцены Линды, но я... О, старый ключик. Литейный. Надо вернуться к Роберту. Да. Не знаю насчет новой сцены, но если я встану в позу режиссера, она вообще перестанет со мной разговаривать. Я хотел сказать, я мало еще был, а он много выпил. И пусть он этого не помнит, я рад, что узнал, через что он прошел. Понимаю. Он не говорил со мной как с малышней или как с сыном. Я смог увидеть его настоящего. Он показал свои шрамы. В ту ночь он расхерачил себе плечо. Сильно. Оно до сих пор дает о себе знать. Травма навсегда. Ничего, что я, да, ушел? Вы же не против? Черт! Не знала, что все так. А что тут? Тут все закрыто. Тут нет вообще ни хера. Нахера этот ход? Сделали его просто линейно, блядь. Бери себе, дойди. Ну так вот, да. Черт. Не знала, что все так. Серьезно. Рассказал, как они с Фрэнком Стоуном сцепились в бою. Прям здесь, на заводе. Точнее, в топочной. Капец. Было что-то еще? Ну, что он видел такое, что никому лучше не видеть и не знать. В каком смысле? Каждый раз, когда я поднимал эту тему, в его взгляде было нечто,
что мне видеть не хочется. Mm. Ты разочарована? Нет. Нет. Но я рада, что у вас с папой. Ну так вот, да. Но я рада, что у вас с папой такие прекрасные отношения. И я. Типа, а ты чё, типа, тебя бы у него слышал, что ли, если бы там сказала? Фразу свою ебаную, блядь. Да куда ты, блядь, дура ебаная? Нет, управление же раздражает. И чё тут тупик, блядь? Да хули вы, блядь, претесь за мной? Кажется, оно. Вон там. Опять любимые зависания, нахуй. Чё он так зависает-то, блядь? Дура тупая. Ох, слава богу. Да! Роберт, ты гений. Круто придумал с ливнёвкой. Спасибо, Роберт. Ну же, ребятки! Хватит чесать языками без дела. Еще одна сцена, и мы свободны. Это хуёво. И снято! Ну и как тебе? То, что нужно. Ты же понимаешь, что это значит? Что фильм «Смертельный завод» закончен и готов! Отличная работа, ребята! Нам осталось снять еще одну сцену, и тогда фильм будет готов. Так, а что в последней сцене? А, да. Линда хочет снять сцену, в которой поближе покажет наше прошлое. Хочет немного близости. Думаю, мы можем это устроить. Но вы играете брата и сестру. Да ладно. С нашей-то химией никто в это не поверит. Где будем снимать следующую сцену? Есть у меня одно местечко на примете. А, да. Ты про ту топочную, да? Что скажете? Я за. Я тоже. А? Эй! Ты идешь? А, да. Уже бегу. Это та бабка за ними наблюдает. Ты что-нибудь видел? А, так, пустяки. Точно? Ты будто на взводе. Ну что? Ничего. Ничего, ага. Только Хайм его духа видел. Эй, мне не 5 лет. Я в такое не верю. Поверишь! А, отвали! Отвали! Попался! Не смешно! Смешно. Капец! Что ты здесь делаешь? Я теперь в команде. Нам не нужна помощь. Тогда я просто тут похожу и не буду мешать. Это закрытая съемка. Ну, видимо, нет. Хайме! Бонни, я правда думаю, тебе лучше пойти домой и помочь папе. У тебя и так куча дел всяких, ну и... Это все, на что я гожусь? Нет, то есть... Линда? Mm.
Как скажешь. Пусть ходит за нами. Вот и супер. Вы меня даже не заметите. Представьте, что меня здесь нет. Хотя забейте. Я здесь, с вами, но типа невидимая, но типа с вами. Поэтому давайте без глупостей. А то это как-то фу, ясно? Так что не шалите тут. Ну так что, мы так и будем стоять без дела или уже начнем съемки фильма? Время – деньги, да? Так, просто не путайся под ногами. У нас тут да куча работы, уже и заебали я не люблю, трещать. Когда мне мешают снимать мой фильм. Ты хотела сказать «наш фильм». Так. Ну я уже за другую играю. Все, погодьте. Что тут у нас? Что-то я не понял. А нет, оно именно здесь, да? Ага, вон. Это явно мне надо сюда как-то зайти. Да ёбан, что так всё? Ты чё так работаешь, игра, блядь, ёбаная? Ты норм? А, да, просто... Именно здесь папа обезвредил Фрэнка Стоуна. Я часто представлял себе это место, а теперь вот вижу его своими глазами, и все такое другое. Там я можно перепрыгнуть. А чё ты корова-то не прыгаешь? Максимально странно, как туда доберу. Там какая-то хрень. Корова, беги ты нахуй. Изуродованная крыса.
Чё, а чё мы встали-то? Сделаем вот как. Хайма, Крис, начинайте тут. Мы с Робертом за вами. Бонни, постарайся не высовываться и не шуметь, пока мы снимаем. Так точно, босс. Ладно. Все готовы к съемке? Свет готов. Звук пишется. Хайме? Крис? Порядок. И... мотор. Ты, может, что-то хочешь мне сказать? Сейчас последняя возможность. Да, да, я хочу тебе сказать. Не делай этого. Я должен. Нет, не должен. Ты все понимаешь. Лучше, если бы это сделал кто-то другой. А кто еще? Но так нечестно. Жизнь нечестная штука. Я уже потеряла родителей. Не хочу терять и тебя. Звучит несправедливо. Я хотя бы не эгоистка. Это я эгоист. Я же для тебя стараюсь. Я стараюсь для родителей. У них фильм про дерьмо? Если у меня получится, то есть шанс спасти маму с папой. Невозможно. Нет, ничего невозможно. У меня очень плохое предчувствие. Ты мне доверяешь? Я... Ты мне доверяешь? Да, конечно! Тогда ты знаешь, что это мой долг. Че камеру ты так приближаешь? И снято! Линда, это улё! Полный, прямо то, что надо. Как вам свет? Свет шикарный. А вы слышали жутковатый стон в конце? Нет, ну не парься. Все равно мы звук потом заменим. Ну как я? Хайме, все было чудесно. Правда? Сцена получилась, как было задумано. Баба, началось, да? Все окей? Да, но... У меня очень плохое предчувствие. Эй, хорош! Я не так сказала. Ну, не знаю. Прям в яблочко. Соглашусь. А я вот не пародирую вас направо и налево. Ты меня постоянно передразниваешь. И меня. Для меня честь даже просто быть в списке. Крутяк, ребят, мне понравилось. Думаешь, получилось? Да, лучше многих фильмов в Нью-Йорке. Например, там могут 5 часов показывать спящего чувака. Ого. Серьезно. Вы крутые. Чё вы с ёблами? Только... Чё были откровенно. Что? Ты и правда думал, что я не замечу, что тут происходит? А что именно? Ты просто отыгрывал свое странное видение реальной жизни. Я не понимаю. Жертвовать собственной жизнью ради блага своих родных и близких звучит очень знакомо. Прямо даже напоминает кое-кого из нас. Но, блин, кого же? Так нечестно, Бонни. Так никто и не спорит. Мы пытаемся немного повеселиться. Я не хочу, чтобы кто-то обижался. Я хотя бы не эгоистка. Чего? Не переводи стрелки. Что? Давай без вот этой напыщенности, мол, ты такой. Давайте, молодец, ебало, бейте. Снимаешь со своей девушкой фильм, пока я жизнь положила на алтарь заботы о тебе и папе. Без тебя было все-таки лучше. Спокойно. Бонни, давай выйдем наружу ненадолго. Мне нужна твоя помощь. А, ну да. Я так и знала. Подышим, блядь, травку пощипаем. Что-нибудь происходить, блядь, будет или нет? В этой ебаной идиоте. Так, я хотел сказать, что мне безумно понравилось снимать с тобой фильм. И мне. То есть, с тобой, а не со мной. Ну, короче, ты понял.
Надо отпраздновать такое событие как-то по-особенному. Так, я не уверена, что уже готова открывать шампанское по случаю. Но мы закончили фильм. Дело в шляпе. Да, мы закончили съемки. В твоей шляпе, что ли, все еще надо его продать зрителю. В ее рту, блядь. Ладно, и... Шляпа. Надо шляпник здесь еще походить, пока можно. Идея не очень. Надо отснять хотя бы одну сцену с чем-то, что напрямую связано с Фрэнком Стоуном. Типа что-то, что осталось после него. Нас тогда точно заметят во всем мире. Нужно найти то самое место из газеты. Машинный цех. Эй, Крис! Ёлки. Что ты видишь? Что-то стрёмное. Не думаю, что могу описать это. Давай поснимаем чутка. Ого! Блин, вот это да. А, чёрт. Ну как? Камеру надо настроить. Погоди. Вот так-то. Так, еще чуть-чуть. О. Не важно, что это было. Но теперь фильм станет еще круче. Эта дверь выведет нас в машинный цех. Других вариантов все равно нет. Давай глянем. Давай глянем. Пойдем. Отец бы мне голову открутил, узнай он, где я. Линчевал бы по кусочкам. Я думала, шериф только с виду грозный. Я же его сын. Со мной он строг. Похоже, он одержим этим заводом. Есть такое. Вообще так всегда было, сколько я его помню. Секундочку. Ребят, вот оно! Это машинный цех. Ни хрена! Точно! Ох, Крис, у тебя просто нюх на крутые вещи. Точно. Молодец, Крис. Давайте поглядим, что нас тут ждет. Да. Ага. Думаешь, мы найдем то, что упустила полиция? Они же профи. Всякое бывает. Зацените. Поезд? Да. Да, была статья. Рабочих в цеху не хватает, мы тащим все за троих. Кроме меня, никто не умеет управляться с оборудованием. Станком, ножницами, системой подачи грузов. Фрэнк Стоун! А, если только Фрэнк знал, как пользоваться системой подачи грузов, и она все еще на стопе, то ее не обыскивали. Логично? А, разумно. Не думаю, что там трупы. Мы просто заглянем туда. Если это вообще возможно. Найдем как? Пошли. Должен быть способ туда попасть. А чё, я сейчас назад не смогу, да? Ага. Хуем по лбу, блядь.
Это же откроет дверь, да? Может быть, там есть что-нибудь полезное? Ну, ключи есть. Капут? Похоже, что да. Генератор. А, дай-ка гляну. Эй, можно кое-что спросить? А, да? Почему ты не звал меня на съемки? О, это фильм Крис, ей решать, с кем работать. Да, ну я тоже большой фанат ужастиков. И мог бы помогать сначала. Дело не в том, что... А в чем? Да, мы снимаем ужастик, но... Не знаю, смысл в том, что мы с моей девушкой и лучшей подругой делаем что-то вместе. Ну, типа бандой. И типа, я тут лишний, да? Ну давай. С недавних пор ты часто зависаешь с моей девушкой. Ну да, мы вместе работали над исследованием. И что? Она моя девушка. И? А ты не очень-то отрицаешь, что подкатываешь к ней. Эй, я... Как дела, тусовщики? А, значит, для той двери нужно электричество. Я там ключ видел. Думаю, пригодится. Может, да. Генератор жив? Нет. Ему уже давно крышка. Я починю. Просто нужно раздобыть несколько деталей, и все. Ну, давайте искать. Ой, блядь. Это может пригодиться. Тебе нахуй. Я их всех угандошу. Они мне так не нравятся, блядь. Вообще мне эта игра так не нравится. Эти козлы у меня все сдохнут. Хэппи-энда не будет, блядь. Сойдет ли генератор? Ебать, а чё так быстро-то? Отлично! Спасибо.
О, теперь все как по маслу. Дятина. Капец, пришлось пролазить под самой крышей, как енот какой-то. О, енот какой, бедолага. Так, что у нас здесь? Может, это ключ от вагона? Ну что там? Да. Здесь надпись F Stone. Твою мать! Вау! Это возможная связь с Фрэнком Стоуном! О, блин! Так вы что, вы на камеру-то подходит ничего не записываете? Подходит ли ключ к вагону? Туда. Нужно залезть наверх. Так. Я первый. На раз, два, три. Ух, ну, раз все так просто. Ёбан. Спасибо. Тебе повезло, что я быстрее него. Во, прямо в стену. А, что за херня? Вот блин! Черт! Это же... Да. И не только. Это безумие! Похоже, разболталось при движении. Кто все эти люди? Хрень какая-то.
Люк. Так Стоун и забирался внутрь. А, блядь! В чем дело? Ох! Черт! Думаю, это одна из жертв Стоуна, которую не нашли. Не думаю, что полиция знает об этом месте. Почему нет? Они бы не оставили здесь все это. Прости, но я должен рассказать обо всем папе. Что? Это уже не шутки и не просто прикол. Нельзя звать шерифа. Серьезно, мы должны уйти отсюда. Роберт! Да отвали! Постой! Ты что? Крис, я знаю, как тебе важен фильм. Но теперь это настоящее место преступления. Это было давно. У убийств нет срока давности. А это значит, что сейчас мы портим улики. Вам оно надо? Но, а фильм? Фильм готов. Но ты же... Роберт прав. Нужен шериф. Мы все сняли. Но... Нет. Просто больше ничего не трогай, ладно? Нам надо сваливать отсюда. Думаю, копы не связывали Фрэнка Стоуна с этим. Ну все, уебывай, уебывай. Тебе сказано было, блядь, уебывай. Быстрее двигайся, блядь. Может, побудем снаружи, подождем Роберта? Ее точно можно двигать? Без кадра я отсюда не уйду. Да, но это улика. Никто не докажет, что мы знали об этом во время съемок. Правдоподобное отрицание, чувак. Не уверен насчет тебя. Ой, дура, блядь. Ну, я точно не проболтаюсь. Ты кое-что упускаешь. О, любопытно. Ты прям помешалась на своем фильме о Фрэнке Стоуне с тех пор, как узнала о нем. И? И то, что это уже будто не наш фильм, а только твой. Мы вместе работаем над фильмом. У меня ощущение, что вместе мы вообще не бываем. Наедине друг с другом. Хайме. Every time I turn around, there you are with Robert. Чего? Сейчас мы... А че внезапно на английском-то запиздел? Все, о чем я могу думать, ты, Роберт. Я спросил его, не пытается ли он ухаживать за тобой. Он не отрицал. Да блин. Хайме, что за херня-то, а? Я... Мне нравится тусить с тобой. И вместе снимать фильм тоже. Но меня бесит твоя ревность. Прости. Мне такого не надо. И если так будет продолжаться, то... Тогда это конец. Конец? В смысле конец? В смысле, было весело и все такое, но хватит. Крис, я знаю, что есть проблемы. Прости, если я был слегка нервный. Просто знаю, я хочу, чтобы у нас все наладилось, пойми. Все получится. Ну что? Подождем снаружи. Иди. Я скоро буду, обещаю.
Не заставляй меня ревновать к отрезанной руке. А мне стоит ревновать тебя к руке? Фу. Смешно. Смешно. О, да, давай подлагивай как раз. Я сейчас проебу вспышку, и ты, падла, сдохнешь. Ебать, какие все страшные текстуры. Заработает. А? Что? Не знаю. Ну, движуха началась наконец-то. Что за портал, блядь? Блядь. Сразиться, сбежать. Я хуй знаю, это чем мне сражаться-то? Мне нечем сражаться, блядь. Врат. Так, ну, глава пройдена, так что давай начнем следующую.